Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о спорте, который предусматривает запрет сборным Латвии играть против сборных России или Республики Беларусь, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или же в нейтральном статусе. Закон также предусматривает, что в стране запрещается организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта, как взрослым, так и юношеским и юниорским, в которых принимают участие национальные сборы двух вышеупомянутых стран. В аннотации к законопроекту сказано, что основная цель поправок к закону – подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления посредством спорта. Для жителей городов и сельской местности, где закрываются почтовые отделения, возможность получать пенсии и пособия по месту жительства через Latvia Pass сохранится и впредь. Об этом сообщило Государственное агентство социального страхования. ВСА уже получила от Latvia Pass информацию о закрытии почтовых отделений, в том числе и в Даугавпилсе. Речь идет о почтовом отделении на Новом Форштате. Тем, кто использует для получения услуг ВСА счет почтовой расчетной системы ПНС, но хочет изменить способ оплаты, в дальнейшем смогут получать услугу по месту жительства. Но для этого необходимо подать заявление в ВСА. Стоимость доставки по месту жительства, пенсии или пособий составляет 2 евро 39 центов, которые ВСА удерживает из пенсии до ее выплаты. Также в этом случае может измениться и дата выплаты пенсии или пособия. Заявление в Государственное агентство социального страхования об изменении способа выплаты пенсии или пособия можно подать либо лично в центре обслуживания клиентов, либо прислать его по почте в любое отделение ВСА. Также заявление можно подать в электронном виде, используя официальный электронный адрес ВСА. Чтобы изменить способ выплаты со следующего месяца, заявление необходимо подать в ВСА до 15 числа текущего месяца. Выплаты также могут быть перечислены и на банковский счет клиента. В четверг Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают более суровые наказания за нарушение этих правил. То есть после рассмотрения данного законопроекта в третьем чтении за превышение скорости от 61 до 70 км в час на мопедах, мотоциклах, легковых автомобилях или грузовом транспорте, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, к водителю транспортного средства можно будет применить штраф уже от 720 до 960 евро и ввести запрет на управление транспортными средствами на 9 месяцев. Если скорость будет превышена в населенном пункте, то размер штрафа составит от 1040 евро до 1400 евро, а также будет введен запрет на управление транспортными средствами на срок от 9 до 12 месяцев. Если подобное нарушение водитель допустит вне населенного пункта и скорость будет превышена на 61-70 км в час, то правонарушителя ожидает лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев. В случаях, когда разрешенная скорость движения будет превышена более чем на 70 км в час, планируется применить к нарушителю штраф в размере от 1400 до 2000 евро. Также предусмотрено лишение прав до 3 лет. Если нарушение будет зафиксировано техническим средством без остановки транспортного средства, информация об этом будет незамедлительно направлена в электронной форме собственнику транспортного средства. Как правило, социальная служба является учреждением, которое спешит на помощь к тем, кто в этом особо нуждается. Но благотворительность тоже никто не отменял. На этой неделе к жителям Даугавпилса обратилась администрация социальной службы с просьбой пожертвовать теплые вещи клиентам ночного приюта, расположенного на улице Шаура, 23. В настоящее время необходима верхняя одежда и обувь как для женщин, так и для мужчин. Ежедневно в ночной приют приходит около 30 человек, которые там могут не только провести ночь, но и получить помощь специалистов, которые помогут решить социальные проблемы, например, восстановить персональные документы. Более подробную информацию можно получить у сотрудников социальной помощи.
В окрестностях Даугавпилса была обнаружена лаборатория по производству метамфетамина, к работе в которой был привлечен химик с другой страны. Уголовный процесс был начат еще в конце прошлого года по факту полученной информации о группе лиц, занимающихся сбытом метамфетамина, но сама лаборатория была обнаружена только в январе. В ходе обыска в ней было изъято около 50 килограммов метамфетамина, 550 граммов кокаина и около 1000 литров прекурсора – вещества, без которого создать наркотическое вещество невозможно. Также в начале января в Даугавпилсе был задержан мужчина, в машине которого под строительным мусором было обнаружено 18 килограммов наркотических веществ. Вскоре после этого была обнаружена и сама лаборатория. По подозрению в производстве, хранении и сбытии наркотиков арестованы трое членов организованной преступной группы. Еще двое объявлены в розыск, в том числе и химик иностранец. В ходе следствия было установлено, что в создание лаборатории было вложено около 100 тысяч евро. Все необходимые для производства вещества были привезены из одной из стран Европы. В частности, есть подозрение, что это была Польша. Стоимость изъятых наркотиков на рынке может достигать около 500 000 евро. Еще одна группа преступников была арестована в рамках другого уголовного процесса. У них сотрудники полиции изъяли 32 килограмма марихуаны и 55 граммов кокаина. Также были изъяты автомобили и денежные средства на сумму 20 тысяч евро, которые, скорее всего, были получены преступниками путем. Один из задержанных – это мужчина в возрасте 69 лет, хорошо известный в латвийских криминальных кругах. Вместе с ним были арестованы мужчины в возрасте 41 и 31 года. Они обеспечивали логистику наркотических веществ из Европы в Латвию, а затем все это здесь продавали. По данному делу следствие продолжается. С 31 января на всей территории Латвии объявлено желтое предупреждение в связи с угрозой затопления территории. По прогнозам специалистов, опасная ситуация сохранится и в пятницу. Уровень воды в большинстве рек, в том числе и на Даугаве, продолжает повышаться. Оттепель будет преобладать в Латвии до середины первой декады февраля, после чего ожидается возвращение морозов. Ну а предстоящая суббота ожидается теплой, в результате чего лед быстро потеряет свою прочность. После 5 февраля синоптики ожидают возвращения морозов, снижения уровня воды. Под влиянием холодов на свободных от льда участках возобновится образование льда, а оставшийся ледяной покров будет укрепляться. И только в самых западных районах страны образование нового льда маловероятно.